Сегодня мы приехали на ТО. Нам нужно сделать ТО машина. Заодно нам надо купить мебель в детскую. Заодно зайдем, пока нам будет ТО делать. Мы пойдем в Икею выбирать мебель для детской. Нам нужно купить кровати, стол для учебы. Также нам надо шкаф. Ну, в общем, полный комплект. Вот здесь мы проходим ТО ТТС Мазда. Маришка у нас спит, уснула, мы выехали рано. Арина уснула наша. Просыпайся. Ну вот Аришка у нас проснулась. Наконец-то, лохматая вся. Набрала целый мешок игрушек, так и не играла. Сейчас идем к Яби, да? Арине плащик надо в школу посмотреть. Посмотрим, выберем. Да, Яби Аришкин любимый магазин. Еще в Айкике, да? Мы зашли в Нью-Йоркер посмотреть, что здесь есть. Тебе плащик понравился, который мы купили? Да, я его сама выбрала. Ну, конечно, папа выбрал же. Да, он мне понравился, если не понравился, то я бы его не взяла. Ну, давай иди вперед. Вот туда мы идем в Икею. Да. Вот она, эта кровать, которую мы хотим. Смотрим с ящиками, она как двойная делается. Ну вот мы еще такую посмотрели. Такая же темная. Как-то. Темная кровать и темный стол. Темная кровать и темный стол? Да. А вот белые, красивые. Такая. Так, ну ладно, с кроватью более-менее определились. А темный стол. Так, сейчас надо матрас искать. Ищем сейчас матрас. А вот. Вот он. Вот он, этот матрас, да? Полежи только ногами вот сюда, да. Ляж, да. Нравится тебе так вот? Ложись. Короче, ты ничего не понимаешь. Ну вот мы вышли с Икеи, очень устали, сейчас нам осталось только Ашан, да? Ну вот такой мы купили пенал, детской мебели вышли, мы куда только не заходили. Сидим, папу ждем, потом машину заберет, да? Да, папа уже едет к нам. Все? Домой? Уставшие, уже вечер. Так, мы едем домой. Арина сидит на полу. Так у нас машина под завязку забита вообще. Еле-еле. Ладно, еще не все взяли, а если бы все взяли бы, то я не знаю, мы бы, наверное, остались бы в Меге ночевать.
мы бы не смогли все увезти. Арена чипс. Так, кириешки ешь, да? Тебе там удобно сидеть? Да. Нормально, да? Так, пеленки ёликом. Что мы еще в Ашане взяли? Что мы тут взяли? Короче, это все в школе, а то потом покажем. Ну тут альбом помялся твой. Тут альбом получается. Дневник, тетрадки, все к школе, ручки. Набрали целую кучу. Буки. Циркуль. А вот это все, Ариш, складывай вот то, что в школу, карандаши, ручки. Это? Вот сюда, да. Что там у нас еще? Тубус для карандашей цветных. Чтобы удобно было, да? Угу. Ручек, конечно, много взяли. Так, а это что? А, кисточки. Вот то, что нам кисточки нужны были. Да. Все туда складываем. Так, это тряпка нам для швабры. Для Йорика. Для Йорика. И для школы. Для школы складываем в пакет. Йорика! Тряпки вот такие мы берем для швабры. Микрофибра. Нравится. Так, это... А, это тоже Йорика мы берем. Так, пенал. Вот такой Артур пенал взяли. Пенал. Ручки бесконечное количество. Точилка мне. Так, Алина, такой красненький. Точилочку взяли под ее портфель. Еще клей ПВА. И то, что там силит. Это вниз. Это вниз, да. Так, вот что мы интересное взяли. Посмеемся, конечно, на видео тоже, наверное, покажем. Как будто смешно. Это мы взяли нашей девочке. Бонни. Нашей Бонни. Самый маленький размер. Сколько там получается месяцев? Показано. Трусики. Так, 2-3 месяца такие трусики. Посмеемся. Так, пока тоже. И вот такой, держи. И вот такой вот боди. Тоже самый маленький получается. Какой размер мы взяли? Это мы взяли, получается. Самый маленький. 60 на 6 месяцев. Ого, это большой, наверное. Ну, короче, 62 сантиметра. Конечно, большевато, но что-нибудь... Давай, тоже вниз. Придумаем. Так, взяли масло сливочное, взяли... Простые булочки. Это вот багет сыра мы любим. Багет с луком. Такие кириешки. Любимые все. А, это вот булочки. Это с чем, Арин? Это просто с сахарной пудрой, да? Да. А это получается... Со сгущенкой. Со сгущенкой. Так, круассаны. С банановой какой-то начинкой. И вот эти маленькие булочки. Последние остались. Все разобрали. С луком. Очень вкусные. И уж наши любимые соки. Давай весни. Да, соки. Яблочные. И мультики. Ну, это вот все, что мы купили в Ашане. Мы с тобой купили в одном из наших магазинов. Так, мы ходили очень много, во многих магазинах заходили в Яби, в Глори Джинс. Искали мы, что? Мы искали орешки. Плащик. Этот, плащик, да. И в итоге мы его нашли в Остине. Такой хороший, утепленный немножечко плащик. Да, микрофибра. Синенький. Так, получается, сколько он стоил? Так, 3,5 он стоил. Ну, вот такой вот плащик. Очень красивый. Для школы. Теплый. Растягивать уж не будет. С кармашками. Здесь затягивается, тут затягивается, тут застегивается. Мой выбор. Так, здесь выбор. Даже затягивается что-то. Ну, хорошее. Купили еще... Вот это. Папе купили мы тоже куртку, да. Ее купили мы в Нью-Йоркере. Так, а в Икее мы купили вот такие два пледа.
на кровать. В итоге мы что купили-то в Икее? Выбрали мы? Да. Выбрали мы две кровати. И стол мне. И два стола мы взяли. Хотели мы еще шкаф взять. Но у нас машина не влезла. Да, во-первых, да, машина не влезла. Во-вторых, там дверей не было в наличии. Иди принеси-ка эти. Мы вот нам сделали эскиз шкафов, да? Вот такой вот мы заказали шкаф. Вот таких дверей, что дверей не было. Четыре там. Вот таких дверей не было, да. Мы из этого не стали почему-то. А, вот внутри он будет вот таким образом сделан. Вот эта часть моя, это от Дукина, а это общая. Да, здесь получается верхний, получается, пательный. Здесь вот нижние полки, здесь еще одна полочка, а здесь будет под игрушки. Мы сделаем еще ящички. И может наверху еще. А наверху всякое этот... Барахло. Барахло, да, шурум-бурум всякое. Вот такой вот мы... И сейчас мы его закроем. Вот такой вот мы заказали. Хотели, конечно. Очень огорчились, что дверей не было. Но с одной стороны, даже хорошо, что дверей не было. У нас бы машина... А, в итоге она у нас выходит. Этот шкаф у нас выходит. В итоге вот 28 тысяч. Хорошо, с одной стороны, что дверей не было, иначе она бы у нас в машину бы не залезла бы. Через несколько дней сказали. Через два может. Придет, и мы их, этот шкаф спокойно заберем. Да. В общем, вот так. А когда какие кровати у нас получились, берем, мы вам все покажем, да? Да. Постелим, еще матрасы взяли. Вот у нас наша новая комната. Да. Вот да, эти, да, начнем отсюда, с окна. Вот эти два стола мы покупали. Еще вот такие подстаканники. Это мы уже брали в другом магазине. Здесь вот такие тумбочки, тут все у Арины разложено. Это вот второй у Артура. Стульчик. У него такой же прям. Один. Это вот мой стульчик. Это вот у Арины стол. Творческий стол. Творческий, да. Творческий беспорядок вечно, на котором. Да? Да. Стул. Дальше пошли, давай. Кровати. Дальше. Кровати. Вот. Подушечки тоже там брали. Покрывало. Покрывало брали вроде по размеру должны подходить. А они у нас что-то короткие, да? Да. Чуть-чуть не закрывают. Такие подушки, да? Да. Дальше, что у тебя на кровати есть еще? Подушки. Подушки еще. Покрывало. Покрывало. Еще. Тумбочки. Вот, тумбочки там. Они такие открываются. Две тумбочки. Здесь у нас игрушки. Здесь постельное белье. Да. Все. Дальше. Дальше у нас часть у нас шкаф. Вот такой вот шкаф. У нас огромный, большой, до потолка. Тут с одной стороны получается Аринина, с одной стороны вот это Артура сторона. Верхняя висячая Артура. У Арины нижняя. Такая выдвигается, все выдвигается. Как гардероб. Да, как гардероб здесь. Так двигается, выдвигается. Здесь вешается. Там игрушки внизу, Аринины мягкие. Да, и куклы все ее. Кстати, вот здесь должно быть был белый быть. Да. Но белого не было. Наличие уж мы взяли то, что было. Ладно, нормально, да, заметно. Вот такой внутри. Здесь вот другой. Это вот Аринин шкаф. Здесь вот так три ящичка выдвигаются. Очень удобно. И вот такие вот здесь полочки. Артур. У Артура то же самое. Три ящичка выдвигаются и полки. Еще вот так наверху тоже полки. И наверху полка, да. В общем, вот, такой у нас, вот такая у нас получилась комната. Детская комната. Да, с одной стороны обои у нас вот так, Аринина сторона идет. А с другой у Артура сторона получается так. Еще здесь картина. Да. Такая у нас... детская.